О, мы внутри организма, хоррор. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровайся. Всем привет, Влад. Давно на канале не было карты хоррор, и поэтому любителям хорроров и классных страшных карт этот ролик очень понравится. Карта называется «Некрофобия». Если пять, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Давно мы не записывали хоррор, очень давно, так что если ролик наберет 2000 лайков, есть еще 3 части по этой серии «Некрофобия», мы запишем все 3 части. Давайте, 2000 лайков. Так, осторожно. Какой-то шум слышу. Слышал? Да. Это какой-то волчара, да, стрёмный рычит? Походу. Так, что у нас тут? Закрыто. Блин, интересно, будут тут скримеры или нет? О, череп! Серега, опа! Смотри. Офигеть. Мне кажется, что в Гаррис Моде очень прикольная картинка выдается. Ну, зависимо от освещения карты, но очень круто. О, смотри, хейтеры лежат. Так, что у нас тут есть? Ничего нету. Так, челик. Смотри, Серега, я взял патроны. Пистолет. Зеленый череп. Так, пистолет, пистолет. А, я понял, что дали пистолет, потому что это челепиздрик нас сейчас будет мочить. Есть, убили. Сложили. Блин, прикольно, столько огня. Ого. Я чуть не упал, если бы ты не прыгнул, реально бы свалился. Чпонь. Дверь в никуда. О. Прикольно сделано. Кстати, это то место, откуда я заходил. В эту комнату. Правда, не... Опа, Дима, дверь открылась. Так, слышу зомбаков. Серега, наказывай. Отлично. Так, здесь ящики. Может, они нам пригодятся? Так, сундук. Здесь что у нас? Ничего. Да нет, мне кажется, что да. На улице там дверь открылась. Так, пошли. Лучше все проверить, потому что это хоррор. Знаешь, какой-то предмет запрятали. Такое бывает. Мы уже заходили, проходили разные вещи. Так, там ничего нету. Как всегда, озвучка на высоте. А, замок. Зеленый. Кстати, надо, значит, найти ключ. Лежал ключ. О, птички поют. Отдыхает. О, кентафурик, привет. У него ключ, да, наверное, был, Сережка? Вот он, я взял ключ. Так, погнали. Эй, смотри, придурок черный. А, отвали, я тебя боюсь. Меня инфицировали, Серега, 11% жизни. Убил? Да. Молодчик. 51 хп. Так, два баллона взорвем. О, восстанавливается жизнь, отлично. Ты открыл двери, да, там? Да, да, да. Проходи. О. Прикольная карта. Такая, знаешь, не напряжная, но интересно сделана. И скримеры есть. Так, здесь у нас ничего. Лучше все проверять. Что за взрыв был? Я картину сломал и вот. О, зеленая газета была. А, какие-то новости. Так, убираем доски, я понял, нам сюда. Так, тут нам ничего не надо. Так, здесь темновато. Эй! Ох ты, смотри, черлик вылез с ящика. Блин, ну это прикольно сделать. С ящика еще на меня никто не напрыгивал. Большая карта, слышу. Да? Здорово, да, интересно. Опа, челепиздрики лезут. Сложил. Так, наверное, дробовик я тоже возьму. Мне кажется, это оружие немножко интереснее и безопаснее с ним. Да. Идем, 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 идем. Я с тобой, Сережка. Я боюсь тут одному ходить. Можно попасть? О, Серега, ты молодец. Только толку от этого никакого. О, не зря, Серега, не зря мы сюда пришли. Я взял канистру с топливом. Значит, нам пригодится или для машины надо будет, чтобы сбежать, или генератор, как обычно.
Дима, да. Смотри. Иду. Иду. Тут дверь была в сарае. О, вот это мы с тобой именно проходильщики. О, машину заправил. Офигеть, только сказал. Подожди. Открывай. Ключ. Стоп, ну... что случилось? Надо ключ. Ключ надо найти. Вот, блин, ну ладно. Классная тачка с Half-Life 2. Зомби, Дима. Нифига себе их тут. Серега, мы их размотаем. Давай, мы с тобой сможем. Серега, отходи. Мочим, Серега, я псих. Жесть, что творится. Вот это мы с тобой мясо устроили. А еще много, да? Да. Может, они бесконечно будут идти? Надо защититься просто. У меня одно хп. Нет. Че тут, че тут, че тут? Значит, надо их мочить, да? Очень. Молодец, Серега, Шаро, молодец. Мы с тобой психи. Нема жизни нигде, Серега. Нет. Я сейчас умру. Я канистру взял, еще одну. Я нашел, там нычка была за углом. Да отвали! Отвали, хэдкраб! Серега, помоги. Патронов нет. Надо прикрытие мне. Надо оружие, ребятушки. Сейчас возьмем мощное оружие. Где вы? Отлично. А как я тебя убил? Я же не стрелял по тебе. Так, осторожно, осторожно, Димка. Я тут разошелся. Может, тут дверь надо эту поломать, не? А что тут происходит? О, подожди, а там что за дверью было? Канистра. Канистра не надо? Нам не надо. Так, ребят, прекращайте ерундой заниматься. Надо затащить Серега. Ого. Серега. Успокойся. Дай мне помочить кого-нибудь. Так, давай прям по порядку обойдем еще раз всю карту по кругу. Что-то пропустили. Давай, давай. Что-то пропустили. Надо найти ключик, зеленый ключик. О, ты взял? Пошел? Нет. Не, ну не знаю, я понажал, там труп лежал, а я возле него понажимал. О, открыл, открыл! Серега, я открыл. Давай, давай, в машину. А где ты, где ты? Я тебя жду. Я за тобой сразу поеду. Сел? Езжай вперед. Нет, езжай вперед. Ого! Нифига себе их тут ковыряю. А куда ехать-то? Нифига не видно. О, вижу, вижу, вижу. И что дальше? Не туда ты поехал. Я знаю, я проверяю, движок прогреваю, чтобы в салоне тепло да, было. Да. Сюда, может? Да. О, да. Офигеть. Нет. Все. А, наверное, тут все, все. Приехали, Серега. Бежим. О, музычка стрёмная появилась. Блин, там было стремновато. Так, давайте возьмем дробаш. Так, да, их там бесконечно было. Значит, там спаун, да, стоял? Ну. То есть, пока мы не прошли бы, ничего бы не произошло. Дима, газета, бери. Отлично. Так, что-то было тут, я слышал. О, смотри, здесь труп. Арбалет. Офигеть. И кровь. Так, что у нас тут? Еще куча всего. Блин, ребята, очень стрёмная карта. Ночью так играть вообще было страшно. Видел, челик черный стоял? Какой-то да. Призрак. Нас призрак преследует. И тварь эта встала. Шипов. Ну, я его убил уже. Правильно. Может, нам сюда? Да-да-да, походу сюда бежим, Дим. Так, не спеши, Серега. И как псих. Давай, ускоряемся тогда. Смотри, еще один челик лежал. Ну осторожно, ты же видишь, у нас дробовики. Change.
Так, а как переводится? Шанс? Не? Измена. Change. Измена, это точно, когда страшно, но на измену садишься. Это церковь, что ли, Дима? Да, это церковь. Блин, настолько качественно, да, именно... Ой, извини. Хоррор с качественно сделанный. Так, пока он трендит, я тут понабираю все. Так, 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 что у нас тут еще есть? Так, что-то сейчас будет. О, секретно, может нам оружку сейчас дадут? Ой, Тима, сюда. Погнали. О. Патрончики. Рабашек. Тима здесь. Че, пошли, значит? Тима здесь. Че, куда? Неплохая у него нычка, да? Ну. О, слышь, музычка заиграла. Это значит, будет, наверное, какой-то мочилово сейчас. Ну что, ребятушки, открывайте двери нам. Пошло мясо. Тьма идет, тьма идет. Заряжаемся. Красиво, Серега снял. Успокойтесь, мужики, мы свои. Щенок, ты смотри. Там еще какой-то зомбак, я слышу, прыгает. Где эта тварь? Да отвали! Ты смотри, прицепился ко мне, а? Идем за ним? Да, да, идем. Это же сюжеточка у нас. Да. Ну-ка. Опа. Нифига себе, он Рэмбо, да? А, нам туда вниз полетели, Серега. Нифига себе, мы в подземелье теперь. Вот эта карта запутанная, офигеть. Она здоровенная. Могилы. Так, уже стрёмно. О, шипы какие-то, типа. Ого. Это какие-то кишки из жопы, что ли? Где это мы? Есть такое. А, мы в этом месте уже были. Мы же тпхались, да, похожее место? Нет. О, мы внутри организма. Хоррор. Ты успокойся. И не психуй. Бо мы с Серёгой такие, ну еще те психи. Аптечка не надо. Нет. Может, на вниз? О, я взял какой-то череп. Что со мной? Опа, Дима, давай, вылази. Вылази, вылазим. Все горит. Надо валить отсюда. Валим, побежали. Ух ты, блин, в лицо прыгать некрасиво. Серега, прикрывай твой тыл. Вот ты че. О, генератор. Эй, стой, кнопка. Назад. Там мы должны были, наверное, туда сесть, да, по идее? Ну, лифт. Нажми. Еще раз. Так, Серега, запрыгиваем. Отлично. Получается, мы спустились, чтобы взять хребет какого-то трупа скелета. Это было прикольно. Дима, он умер. Где он? Его убили. Блин, жалко. Отец Грегори. Грегори. Ты понял, да, ссылочка? Да, из фото 9. Так, что дальше нам делать? Давай в церковь зайдем. Мне кажется, что-то мы упустили здесь. Тут звуки до сих пор зомби. Так, давай внизу еще. Да, а ты наверху, а я тут. Шкафы стоят тут как попало. Так, тут точно ничего нету? Ладно, тут, Серега, ничего, надо дальше идти. Продвигаться. Все, я отпрыгиваю. А тут, смотри, Дима, есть линия. Может, по линии это и пойти? Так, ну идем. В лес. Идем. Ну в лес. Так, подожди, мы оттуда пришли, наверное. Вот, поднимались мы по дороге и пришли сюда. Так, ага. Получается так.
Так, давай тут искать что-то. Так, туда нельзя. Почему? Может... Я вот прошел. А вот сюда, и... подожди. А, это церковь. Давай я обойду там по кругу. Тупик. На всякий случай. Короче, там тупик. Может, на Грегори Е понажимать, на его трупейшн? Может быть. Да подожди. За церковью ничего. А ты был на самом верху, везде прям поднимался? Ну, я зашел там, ты сказал, сваливай. О. И я смотрел, надо зайти глянуть. Так, там ничего нету, да, и все обыскал. О. Я что-то взял. Что взял? А вот Bible that belongs, что-то такое. Смотри. Иди в церковь. Все, на первый этаж церковь. О. Я этот скелет положил сюда вот, на чашу эту. Мэпс. Там то все. Мы прошли? Получается, да. Если понравилась эта серия и эта карта, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики. Еще.